Можно ли вкладывать больше и как лучше? Кратно 100 долларам? То есть, если вы, ну, 100% хотите следовать за мной, то ежемесячно, да, кратно 100, потому что будет определенное количество акций. И при этом вы должны понимать, что если вы можете инвестировать больше, допустим, по 200 долларов, то у вас должны быть ресурсы на то, чтобы на Новый год не 500 долларов вложить, а 1000, и в летом, соответственно, не 1000 долларов, а 2000 долларов. Ну, то есть вы в два раза все увеличили, и, соответственно, тогда, да, вы просто берете количество, полученное в два раза большее, количество акций увеличиваете в два раза. При этом это никак не влияет на стоимость, ребят, то есть у вас может, вы можете вкладывать в 5 раз больше. Это никак не влияет на стоимость услуг. То есть вы как купили тариф, тариф Trust, вы так и получаете по тарифу Trust. Какой может быть результат по вашей программе через 10 лет? Все посчитано. Посмотрите еще раз презентацию. Если уже есть и с определенным капиталом, то нужно будет еще брокерский счет открывать дополнительно. Да, желательно, Валерий. Если вкладывать в два раза больше, то через сколько лет будет миллион? Ну, теория цифр, да, говорит о том, что в два раза быстрее. А можно сейчас платить 100 долларов, а через полгода, например, 300? Можно, Ксения. Ну, то есть вы сами решаете. Я вам говорю, что вот на 100 долларов я сегодня куплю вот это. Вы 300 вкладываете, окей, вкладываете 300.